Расскажите, при каких обстоятельствах, не знаю, каким способом вы заработали свое состояние? Первый миллион я украл. И я вас уверяю, все первые миллионы украли. Невозможно заработать миллион долларов. Я таких способов не знаю. Только украсть. Ну а дальше уже там то, все, пятое, десятое, уже газовать стали нормально. А, по поводу чего вы еще спрашивали? Земля. Где находится? Земля у меня находится в Истринском районе Московской области. Это рядом с поселком Новопетровск. Есть подробная карта у меня, как ко мне проехать на сайте. Я более того, я в 50 лет сообщаю вам, что такого способа не существует. Первый лимон можно только украсть. Дальше можно и маневрировать как-то. А лучше украсть сразу 10 миллионов долларов, чтобы больше маневр был. И лучше украсть у банков, чтобы греха не было никакого. Или у пидорасов, чтобы вообще и заслуга была. И орден еще получить от парней. Чтоб пидоров кинул каких-нибудь. Вы говорите, что украли первые деньги. А как же тогда Библия? Библия говорит, что это... Не украли. Вот. Вот я вам скажу. Во-первых, я когда украл первые деньги, я был безбожным. Это во-первых. И это была прошлая жизнь. Я тогда курил, пил, чем я только не занимался. Вот только пидорасом не был. А так вот все было.